Снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас рассмотрим приемы, которые можно применить для грудного отдела. Ну вот начнем с того, когда человек лежит. Например, шейно-грудной переход. Давай запустим вниз. Чтобы лопатки расправили. Да, чтобы лопатки расправили, полностью положили его тогда. И смотрите, у нас позвонки. Ну что мы щупаем? Мы щупаем, как они ушли, больше влево сюда, либо вправо, да. Прощупываем по соседним позвонкам, обязательно смотрим несколько сегментов позвоночного столба вверху и внизу, чтобы убедиться, что действительно мы не ошиблись. Если нам кажется, что вот ошиблись, да, вот, например, сейчас я чувствую, что, сейчас скажу, вот, один позвонок и второй, они повернуты вот сюда направо. Попробуем их держать и попросить человека переложить голову в другую сторону. Угу. Вот, они могут выровняться. Значит, то есть они ходят вот по такой амплитуде, да, от центра. Значит, они все-таки были повернуты направо. Сейчас вот у меня вот этот позвонок развернулся влево, а этот остался направо повернутый. То есть он гораздо сильнее ротирован, свернут вправо, чем вот этот. А этот какой-то получается мобильный. Еще раз поверни голову в другую сторону. Вот он более мобильный. И каким способом мы на них будем воздействовать? Соответственно, помните по нашей схеме, да, вот там на доске нарисовано. Если нам нужно надавить сюда, то с другой стороны надо расширить. Поэтому мы убираем руку, доворачиваем голову побольше и расширяем максимально, насколько получается. Да? Действуем через тряпочку обязательно, либо там салфетку, полотенце. Это всегда делается, да? Через тряпочку. Да? Да, всегда. Руки ни в коем случае не должны соскальзывать. Вот я на него уперся пальцем, да? Могу опереться вот этой частью большого пальца. То есть, чем вам удобнее, тем и упираетесь. Ну, в крайнем случае, можно даже и локтем упереться. Ну, давайте, допустим, вот пока достаточно пальца. Голову натягиваю на него. И не хватает пальца. И произвожу манипуляцию. То есть, опять же, вот растянули, дошли до преднапряжения. Дальше несколько толчков и сделали движение. Стоять к человеку в этот момент можно с любой стороны, по идее. Хоть вот отсюда вы делаете, да? Хоть вот там вот я, например, стою, да? Вот опять же вот это вот. Нашел позвонок, уперся, растянул и произвел манипуляцию. С этой стороны, например, не получилось у вас, да? Можно проделать с другой стороны, разворачиваем голову. И опять нам надо растянуть здесь, да? То есть опять назад. Но тогда уже будет упор. Упор будет теперь вот в верхнюю височную долю, либо через щеку, в скулу еще. Опять уперлись, например, теперь вот этим пальцем. То есть, когда вы поймете, да, то можете менять руки и маневрировать, как вам лучше сделать. Раскачали. Человеку будет неприятно. Неприятно, да. Доводим до того состояния, когда, то есть для того, чтобы еще больше расширить, да, вот я убрал руку, еще сюда. Когда он будет готов, тогда произойдет мобилизация достаточно проще. Вот так. Если позвонки грудного отдела, да, вот эта зона, ну, примерно от 8-го грудного позвонка до 3-го позвонка, мы будем их править спереди. Ну, в смысле, когда перевернем человека на спину. А давайте сейчас вам покажу. Соответственно, ну, по той же нашей схеме, да, нам надо будет вот условно линия осистых отростков по красной линии идет, да. Условно давайте. Вот вышел позвонок вот сюда, вправо. Соответственно, нам надо растянуть противоположные позвонки выше.
А поскольку у позвонков есть боковые отростки, да, вот, например, вот визуально видно, да, вот этот вот повернут, да, его отросток боковой вот находится. То есть он примерно на 2 пальца выше, чем этот позвонок, да. То есть мы растягиваем, соответственно, с этой стороны, с противоположной. Один позвонок вверх, да, и его за боковой участок. То есть вот так вот приложили руку, будем тянуть эти растягивания. А в него будем упираться. То есть тут растянули, здесь надавили. Здесь надавить. Ну, схема простая. Ну, даем, растягиваем вверх, а отдаем немножко туда. Да, растягиваем вверх, отдаем по диагонали туда, да, и да, по диагонали вверх. Положим. Ну да, да. То есть вот с этой стороны, тут вам видно просто не будет. Наложили руки, вытянули, а с этой стороны вот я в него прицелился ребром ладони. Раздавили и провели манипуляцию. Ну и соответственно наоборот, если этот вот вышел сюда позвонок, то верхний вот мы растягиваем, подготавливаем место, сюда уперлись и провели манипуляцию. Угу. На... Тут без скручивания идет, да, получается, по идее? Ну, скручивания никакого не... Ну, там есть небольшое, почему? Небольшое почти, есть, почти да? скручивание, такое небольшое, вот, да, да, небольшое да. скручивание. Потому что, чтобы вставить, да, получается, как... скручивание идет чуть-чуть. Скручивание идет, да. Да. Ну, если сколиоз у человека, да, то в этом случае прямо вот берем всю ладонь и с противоположной стороны, то есть из ротовского, видите? Если сколиоз вот сюда пошел, да, то мы берем его весь, продавливаем, входим в тело со второй рукой, с утяжелением и с поворотом продавливаем в противоположную сторону. Ну, в то время. Да. Ну, у детей это как бы гораздо проще сделать. Всей рукой вы практически всю грудную часть ребенку разворачиваете туда. Теперь, как поправить эти позвонки, еще лучший способ. Давай перевернемся на спину, животом к небу. Кладем руки вот так вот. Нет, не перекрещивай, а вот локоть на локоть. Ага. Поворачиваем человека и находим вот позвонок, который вот вышел вот сюда. В данном случае вправо. Сюда. Вправо, да. Вот, мы под него, ближе, под него подставляем свой большой палец. Мы его, то есть на него будем говорить большим пальцем. А с противоположной стороны, вот так свернули руку, гребень своих пальцев упираем в остистые отростки. Ну, в смысле, с той стороны остистых отростков. Отростки лежат вот так. Угу. Вот, да? То есть этой стороной мы будем, соответственно, растягивать их, а большим пальцем вправлять. Вот такое движение. Если растягивать какими еще раз? Вот этими растягиваем. Вот остистые отростки вставили. Вставляем большим пальцем. Да, вот мы основание большого пальца. Да, основание большого пальца вот продавили. Вот так. Растянули и продавили. Угу. Одним таким движением получается. Угу. Если у нас не хватает, да, ну, напряжения, то иной раз вот прямо вот так вот ставлю. То есть остистые отростки вот здесь. Прямо вот так вот продавливаю. Толчок в этот позвонок. Еще раз его нащупали. Если не можешь нащупать, да, то пометьте заранее фломастером. Вот тут я его нащупал. На него ставлю большой палец, а остальной гребень своих пальцев за остистыми отростками с той стороны. На него прям ставишь большой палец. С той стороны, да. Основание большого пальца. Да. И теперь смотрите, как получается. У нас локти являются тут рычагом. За них, вот вы видите, мы за них поворачиваем. Потерпите. Плечи, видите? Я усиливаю растяжение, то есть с этой стороны, справа, мне надо дополнительно усилить растяжение. Я за локти усиливаю это растяжение. Вот, прицелился. Сейчас еще раз. Сполз немножко. Вот, прицелился и... Щелкнул. Даже щелкнуло. То есть именно ушел сюда, сюда же мы и палец поставили. Да. Там вот эти растянули, этим вправили. Да, да, да. Ну, тот, который вышел, его исправляем. Так, значит... Аккуратнее снимай. Все подряд записывай. Потому что нюансы, они, как правило, уходят. Ну, честно говоря, если вы нас смотрите только по видео, то все равно многое не поймете. Вы лучше приходите к нам на тренинг. Олег Алавгудвин, ну, ваш покорный слуга, вас научит, поставит вам руки.
и мы уже будем конкретные приемы рассматривать на живой натуре, друг на друге. Щелкнуло, но не больно же, да? Нет, нормально. Поправим вам позвоночники, тут в процессе у нас вы себя оздоровите. Люди уходят с тренингов довольны. У кого-то рука давно тянула, там несколько лет бывало, просто мы поправили, и боль сразу прошла. У кого-то таз перекошен был, выровняли таз, выровняли ноги. Все это у нас происходит на наших тренингах. Сейчас мы развернем нашего подопечного обратно. Да, и продолжаем изучать технику воздействия на грудной отдел. Так, вот теперь смотрите. Нам нужно поставить человека в позу сфинкса. Это встань на локте, тело лежит, встань на локте, перпендикулярно. Чуть повыше, 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 повыше. А, повыше сюда. Да, и телом подтянись к ним. Тело перпендикулярно, да, должно быть. Да, к столу, перпендикулярно важно, столу. Да, чтобы к столу были руки. Плечи перпендикулярно. Плечи да. Перпендикулярно столу. Перпендикулярно. Кости, чуть-чуть, да. Видишь, тебя вот ходит. И теперь... Не перпендикулярно. Вот так, не перпендикулярно. Вот везде прямой угол. Да, прямой голова угол. Голова висит. Ну, я предлагаю держаться за стол вот так вот, да, чтобы по привычке некоторые руки вот так начинают сжиматься. Угу. Головой в ней упираться. Угу. Так вот свободнее будет. И, соответственно, шея висит, видите, у нас достаточно можно хорошо все прощупать. Опять мы щупаем все шейные позвонки по остистым отросткам. Нет, сам не крути. Угу. Предупреждайте, чтобы человек вам не помогал, не мешал, не сопротивлялся. Вот, прощупываем, да, с поворотами. Проверяя, где какой ходит, где неподвижный, где наоборот гипермобильность. И, соответственно, как я вам говорил, только по остистым отросткам точно диагностику нельзя сделать, да, особенно когда второй позвонок, он раздвоенный, да, и если он куда-то выпирает, то он, ну, например, влево, да, он выпирает, потому что он сдвинут туда или потому что он развернут. В общем, вопрос. Дело в том, что когда он развернут, он может выпирать в другую сторону. То есть у него вот эта часть уходит глубже, а это выпирает в противоположную сторону. Понимаете? Чтобы этого, не допустить, поточнее понять, да, то прощупываем за боковые отростки тоже. Вот берем атлант. Атлант прям под мышелковой косточкой находится. Вот туда поглубже. Ну, во-первых, спрашиваем, человек одинаково или болит с двух сторон. Он, как правило, нормально, да? Нет. Сам не крути. Нет. Взяли аккуратно за череп, да, либо за лоб, и вот на сгиб, на вращение. Это мы атлант проверяем таким образом. Да, это сейчас атлант. На вращение, на кивание. На все проверили. Следующий позвонок, второй вот проверили. Третий проверили. Ты сам крутишь. Не крути, не крути сам. Вот. На сгиб, на вращение, да, на наклоны, угу. На флексию, на экстензию, на все проверили, да. И у нас складывается более такая трехмерная картина, да, об их положении. Если, например, вот позвонок, он все равно выпирает, да, вправо получается. Мы можем также в него упереться. Развернуть голову вот сюда, положить ее на руку, опусти голову. Вот она лежит, мы ее раскачиваем. Альтернатива тому, как мы делали лежа. Теперь вот уперлись в него конкретно, раскачиваем на него голову и резким махом. Ох, хорошо. Вставляем. Все, пришел себе? Да, я нормально. Опускаем голову. И смотрите, видите, опускай. А. Ты, да, спортивный человек, поэтому ты держишься достаточно высоко, а некоторые прям провисают, у них лопатки сходятся. В этом случае можно локти приблизить друг к другу, вот. Еще больше раскрылись лопатки, да. И делаем такой прием следующим образом. Упираемся прямо в позвоночный столб, мягко желательно, чтобы остистые отростки прошли вот тут между подушечками и ладонями. Видно, да? Ага. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. В общем-то, не важно. С раскачиванием тут голова вот уже щелкнула. Да, да. Только коснулся. Раскачиваем. Голова является маятником и рычагом в данном случае. Одновременно покачали и подавили. О, хорошо получается. Основной упор на позвоночник идет там, да? Это жалко, вы не слышите. Да. Прямо четко так тук-тук-тук-тук. Нормально. Каждый, да. В данном случае мой толчковый удар был вниз. Мне неудобно, что я головой в эти, в руки. Да. Поэтому говорю, их надо. Меня немножко так вот надо чуть-чуть держать. Голова чисто для раскачки, да? Голова в данном случае для раскачки. Как май. Да. Ну и шея тоже тянется. О. Вот.
И отдельный случай, если у человека сколиоз, например, идет, да, ну, допустим, он идет вправо, правосторонний сколиоз, значит, у него позвонки ушли вот сюда, а с той стороны приподнялись боковые отростки, как правило, дугающие бывают, реберные. Мы тогда упираемся не в позвоночник, а именно вот в эту дугу, и упираемся уже не вертикально вниз, а чуть-чуть вперед, вот так по диагонали получается. То же самое, так скачали и продавили. Если хотим, например, вот опять давайте рассматривать случай, в правосторонний сколиоз, да, вот этот грудной отдел, тогда упираемся уже в остистые отростки, но сбоку, человека чуть повернули, и сам не шевели голову, И вот немножко, видите, тут вакантное место подготовили, растянули, и теперь будет давление вот туда. Уставляем их нами. Да, вот туда. О, ну и, соответственно, и в противоположную сторону. Вот так вот. Под углом получается. Ну, прям хороший, кстати, получается. Вот тут, да? Растяжка. То есть головой, ну, крутим, да, а вправляем грудные, вот в принципе, это, да, верхние. Да, 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 да. Если сюда делаем, прям тянется отлично. Прям. О. Тянется хорошо. Да, да, да. Вот такой вот прием, мотайте себе на ус, но не отключайтесь, будьте с вами, Олег Калавгудин вам всему все расскажет. Ложимся обратно, ложимся так, все сюда, сюда к ногам еще стягивается, а потяните подальше даже к ногам пусть ноги висят. Да, ноги нас сейчас не интересуют, нас интересуют руки. Вот ты правильно положил их вперед. Следующий прием, передняя левада называется, подхватываем руки под локоть. Только не на сам локоть, а вот немножко как бы сюда ближе. Голова свешивается, да? И в принципе то же самое. Вот мы раскачиваем человека и продавливаем. Там есть еще несколько способов, но я в данном случае, наверное, не буду их рассматривать. Мы заднюю леваду то же самое делали. Простите, да, заднюю леваду мы делали, когда поднимали ноги, продавливали. Да. Тут сама поясница до грудного отдела. А здесь мы продавливаем спереди. Можно еще продавливать, когда голова не вниз, а вверх. Например, ты разворачиваешь локти вот так вот на себя, обе руки, и ставь подбородок на ладонь своей. На ладони? На своей ладони подбородок. Вот так? Да, да вот так, вот так. А. Вот, поближе локти друг к другу. А. Вот, у него прогиб получился вот такой. И вот так же мы вставляем позвонки. Нормально, все, хорошо. Нормально выдерживаешь, да? Да. Так, ну на этом мы закончим наш видеоролик, а продолжим непосредственно на практике. На столе будьте с нами, с вами был Олег Алавгудвин.